Всем привет, и в этом видео у нас будет новая рубрика «Adopt Me с нуля». Да, я решила снять вот такое вот видео. Я вам помогу, как же побыстрее прокачаться в Adopt Me. Вот, итак, я создала новый аккаунт. Сейчас буду делать, конечно же, сперва себе скин. Вот, давайте посмотрим, какая тут одежда есть. Возьмем, например, на примере эту кофточку, эти штанишки. И давайте выберем какие-то волосы. Например, пусть будут вот... вот эти вот волосы. Вот, и наш скин готов. А теперь мы с вами пойдем. А теперь пойдемте брать яичко. Вот. Так. И забираем деньги. И сейчас из-за того, что у нас вот есть вот эта вот табличка. А каждый раз, вот, например, особенно тем, кто зашел только что в игру, им дается намного больше заданий. И за каждое это задание дается определенное количество денег. Вот, и так, пойдемте. Как вы видите, у меня сейчас нет питомцев, и мы сейчас это исправим. Сперва нам нужно взять, конечно же, яичко. Вот. Вот с яйцом мы берем тут, кто не знает. Вот. Так. Идем. И вот тут у нас это яичко. Тут собачка дает это яйцо. Вот, стартрек. И да, теперь. Вот тут у нас задание как раз, мы должны его выполнить. Сперва у нас, давайте сейчас мы покормим нашего питомца, потому что он хочет есть. У нас тут сэндвич дается, и мы этот сэндвич используем каждый раз. Кстати, он, когда мы в игру заходим, дается. И вот тут у нас, кстати, задание выполнено. И сейчас я возьму яблочки, чтобы потом не идти вот покупать еду или же опять идти в школу. Вот. Вот 14 яблочек я взяла. И сейчас берем деньги. И сейчас нужно полностью открыть это яичко. Вот. А сейчас мы с вами пойдем, собственно. Итак, сперва нам нужно поговорить с этим человечком. И теперь заходим вот сюда. И так. Сейчас мы должны с вами пройти лицензию. Итак, проходить лицензию, в принципе, не так уж и долго, так что, думаю, мы с вами быстренько ее пройдем, плюс я это все ускорю, чтобы вы долго не ждали. Вот. Кстати, ребята, вот обязательно хорошенько тоже смотрите вот это все, потому что, например, когда вы там с кем-то трейдитесь, они вам такое пишут, вас потом могут обмануть, так что будьте поаккуратней. Вот. Тут у нас сперва было честно, потом обман. Но тут уже у каждого разное все. Вот. Ну и тут все честно. Все. Теперь мы можем забрать нашу лицензию. Итак, нет. Ага. Пойдем. И давайте пойдем сейчас возьмем водички. Вот. Потому что это еще одно задание у нашего питомца. У стартерек бывает только 3 задания. Ой, нам как раз дали 20 баксов, это очень хорошо. Вот. И так. Ага, еще у нас сейчас питомчик захочет поспать. Пойдемте. Итак, сейчас мы подождем, пока наш питомчик поспит, собственно, вот. И сейчас посмотрим, кто нам вылупится, кошка или собака. Это кошка. На самом деле я больше люблю собак, ну да ладно. Как раз сейчас мы с вами взяли денежки. И тут еще одно задание. Вот, мы с вами выполняем. И еще одно задание. Нужно назвать кошку по-другому своего питомца. Вот, готово. И теперь у нас еще там задание было купить автомобиль или же еще... выполнить, то есть трюки вот это все сделать. Вот сейчас. А сейчас мы с вами пойдем покупать яичко, потому что я уже накопила целых 350 баксиков. Это, думаю, очень даже много. Вот, чтобы купить обычное яичко. Мы с вами, к сожалению, пока не накопили на вот это вот яичко. Но ничего страшного. Купим вот это. Вот это яйцо у нас за 700 баксов, а вот... то есть 750 баксов, а это за 350 мы его купили и заработали денежку. Вот, а сейчас пойдемте же его открывать и посмотрим, кто нам выпадет. Честно, я хочу какую-то легендарочку.
первое Итак, задание. Итак, наконец-таки первое задание у моего... Это он хочет пойти в общую школу. Вот. И я сейчас опять набрала яичку. Точнее, яблочек, потому что я перезашла в игру, потому что мне очень сильно залагало. Вот. И тут я зачем-то решила написать на доске, как у вас дела. Кстати, напишите, как у вас дела. У меня все хорошо. Вот. Ладно, так. Вот, наконец-таки, у нас задание выполнилось. Вот, и сейчас... Сейчас, наконец-таки, новое задание. Я его ждала около 5 минут. И вот, наконец-то, оно наступило. Это у нас задание поспать. Сейчас мы с вами подождем, пока наше яичко поспит. Вот. И, наконец-то, оно выспалось. У меня задание до сих пор не приходит, так что я решила пойти купить фелик. Вот он стоит 75 баксов, и мне дадут за него, то есть 75 баксов. Вот, и мне тогда будет легче передвигаться. Так, мы с вами сейчас купим... Сейчас пойдем. И вот такой вот велик мы с вами купим за 75 баксов. Давайте его покрасим в желтенький, и все, готово. Так... Сейчас, ой, мне что-то залагало. А, все. Вот, пойдемте, берем денежки и пойдемте выполнять задание дальше. Итак, сейчас достаем наш велик и пойдемте, в общем, в школу. Так, сейчас я напою своего пытика быстренько. Вот, и так. И давай жажду у него. Отель Люкс, все самое лучшее. У нас окей, так. И сейчас я ресептовалась, и пойдем искупаем наше яичко. Спрашивайте, что я вообще делаю. Вот, и так. И у нас был Феликс Фокс. В принципе, он тоже подходит под мой наряд. У меня вообще все тут подходит, все питомчики. Итак, ребят, сейчас отрежусь и посмотрим, что дадут за Феликс Фокса и мою кошечку. Так, нам дают вот эту вот собачку. И я не знаю, давайте кошку оставим. Так, и она отклонила. Ладно, давайте сейчас я опять чуть-чуть поспамлю в чат. Посмотрим, нам сейчас кто-нибудь кинет трейд или же нет. Я надеюсь, что нам дадут хотя бы рарку. О, нам кинули трейд. Даем кошечку Феникс Фокса. И нам дают снова пуму. Блин, я не знаю, давайте согласимся все-таки. Потому что она у нас рар, что ли. И, ну, мне кажется, это хороший трейд. Все. Лично у нас совершился трейд. И пуму, и велик. И, блин, там была лисичка. Я думаю, первую часть мы уже закончим. Вторую часть я сниму скоро. И во второй части мы с вами откроем... Купим новое яичко, откроем его, потом еще мы с вами купим домик, и, в общем, во второй части будет все более интереснее, так что всем пока-пока!